В администрации и ее структурных подразделениях не работают телефоны, начинающиеся на цифры 23 и 26. Пока ведутся ремонтные работы, обратиться в администрацию можно через интернет-приемную главы города. Принести письменное обращение можно на Советскую площадь 1, кабинет 17А. Задать вопрос в официальной группе ВКонтакте. Записаться на прием главе администрации или его заместителям по телефону, указанному на экране. На 20 детских и спортивных площадках Березняков установлены видеокамеры. Сделаны они от вандалов. Все происходящее транслируется в единую дежурно-диспетчерскую службу. Ее операторы круглосуточно следят за обстановкой и сообщают об экстренных ситуациях в полицию. Также видеоархив поможет расследовать происшествия и находить правонарушителей. Видеокамеры дают обзор всей территории площадки, не оставляя слепых зон. Транслируемое изображение обладает высокой детализацией и позволяет рассмотреть лица, людей и номера машин. Синоптики утверждают, зима в России будет короче, чем обычно. Согласно прогнозам, декабрь окажется теплее нормы на 1-2 градуса, январь на 3-4 градуса, а февраль на 4-5 градусов. Периоды похолодания будут короткими. Также этой зимой стоит ожидать затяжных оттепелей, из-за чего усугубятся ледяные дожди, как следствие гололед. При этом снег весной таять начнет быстрее и раньше обычного. Посмотрим, сбудутся ли прогнозы предсказателей. Новости коротко подготовил Сергей Калиник.